Всем приветики! И на моем канале продолжается конкурс. Для этого нужно под этим видео оставить самый прикольный и классный креативный комментарий. Комментарий засчитывается тот, который содержит не менее 5 слов. Количество комментариев не ограничено, поэтому кто не подписан на мой канал, подписывайся скорее. Возможно, именно ты будешь этим счастливчиком. Победитель будет один. От меня лично он получит 500 рублей. Имя счастливчика я назову уже завтра. Конкурс начинается прямо с этой минуты, с этой секунды. И продлится до завтрашнего дня, до 12 часов дня. Поэтому не оставляйте все это на потом. Прямо сейчас, в эту секунду, начинайте писать комментарии. Возможно, именно ты будешь этим счастливчиком. Хочу сказать сразу, по мере развития моего канала победителей будет больше, естественно, и приз будет больше. Все зависит только от вас. От себя лично я хочу пожелать всем удачи. Ну а сейчас, как обычно, анекдотик. Подходит Вовочка к дедушке и спрашивает: «Дедуль, откуда дети берутся?» Дед так подумал. И вот глянь, маленький, а все ему подавай, все хочет знать. «Ах, внучок, кого аист приносит, кого в капусте нашли?» Вовочка так послушал, записал что-то в тетрадку, положил ее на стол и ушел. А деду-то интересно-то как стало, любопытство так и прет. Открывает тетрадку, читает, а там написано: разговаривал с дедом на взрослые темы. Дед дуб дубом.